Почему? Потому что мои дети там в России. Я очень хочу, чтобы у нас Россия с нами. Посреди никогда не получается уже ни у кого. Все пытаются. Наше мнение, мы с Россией все равно, как мы люди Советского Союза, рожденные. Поближе с Союзом. Да, поближе к России, потому что мы родились, скажем, в Советском Союзе, это наша родина. Угу. Вот и все. Наш европейский. Угу. Почему вы так думаете? Какие у вас вот аргументы? Я вообще в этой теме не разбираюсь. Угу. Но вам ближе вот европейская культура, европейские... А вы бывали в Европе где-то? Да. Если можете рассказать, вот что вам там понравилось? Наверное, люди доброжелательные. Молдова. В Европейский Союз или... Нет. Почему нет? Вот если у вас есть какие-то... Ну, может... посмотрите, как мы жили. Ну, как жили хорошо, были дружно. А сейчас что? Война на войне. Угу. У нас раньше поезд. Угу. Все было открыто, все было доступно ко мне. Вот и все, были братьями. А сейчас что? Все враждуют. Не народ враждует, а правительство. Стоят на своем месте. Не туда и не сюда. А оттуда таскать все сюда. Что нужно менять? Собраться и работать. Mm-hmm. Не чирикать на парламенте, а собраться все вместе и начинать работать. Mm-hmm. Вот что нужно для Молдовы. Mm-hmm. Ну как ближе к России? Что тебе даст Россия? Ничего не даст. Mm-hmm. Что она может дать? Газ. А как она даст газ, если она идет через Украину? У нас же нет границ России, чтобы они... А самолетом газ не потащишь. Ну, с Турцией у нас есть много общего. Начиная с языка, братский народ и так далее. Они всегда помогали нам и хотят помогать и инвестировать сюда. С Евросоюзом, потому что ну, это Европа – это другой уровень. Это не Россия, где ну, просто как бы ну, отсутствует демократия и все очень жестко. Ну, просто должны без камер как бы честно признаться, как, общаясь с нашими родственниками, соседями, друзьями, которые там живут, и просто хотят оттуда убежать как можно быстрее. Да. Интересно. Хотя они все в этом признаются. Потому что все-таки наша страна изучала историю Советского Союза, все-таки более правдивые исторические данные, чем в Европе. Ну, Европа что? Сегодня вся Европа, она же все прекрасно знает, что под колпаком Америки. Угу. Какие ценности у них? У них своих ценностей не осталось. Не поменялось мнение, допустим, отношение к России, в том числе в Украине, то, что происходит? Ну, вы понимаете, когда там, сосед ездит к себе в огород, там надо навести порядок. Ну, все же знают прекрасно, что оккупирована была Америка. Должна быть Молдова. С Европейским Союзом двигаться ближе туда? Ну, нет, в плане политики нет. Не... Угу. А вы, может быть, я хотите? Я тоже не хочу в плане политики. Ага. Отношения у нас с Румынией? Очень положительно отношусь. Помогать, помогает всячески, как, сколько может. Она тоже, это тоже не Германия, тоже там, конечно, не такие как бы большие возможности. Но у нас очень много друзей с Румынии, то есть мы общаемся, хоть языка не совсем хорошо знаем, хотя должны бы знать лучше, потому что живем в Молдове. Да, без... не могу вам ответить. Румыния была создана на 100 лет позже Молдовы. И как может быть сын указывать отцу? Заметили здесь какие-то инвестиции вот Европейского Союза, помощь для жителей, может быть, какие-то нет, проекты? Ничего не было. Никаких проектов нет. Не заметили, да? Россия, скажем так, даже имея свой газ, они продают нам по полной цене, по 100%, как Европа. То есть хотя могли бы дать как 5% скидку, но вот давайте вам 5%, ну то, что вы поддерживаете за нас, как бы нас. Угу. Но даже этого не дали. Все инвестиции, все финансирование идет с Евросоюза. Угу. Именно утепление, освещение, крыши, дороги в городе, здесь много чего, улица Пушкина, это все фонды, там европейский фонд, то есть это все оттуда. Есть люди, которые пишут проекты, и все деньги оттуда приходят. Угу. То есть тут, ну, на... Слушай, ну, как бы мы... У нас нету такого бизнеса, чтобы нас финансировали. Финансирует государство. А куда потом деньги деваются, мы не знаем. Мы за ними не следим. Вот в Европу зашли столько стран. Где они подняли экономики тех стран? Разрушение, нищета.
Только там хорошо живут кто? Французы и немцы. Они свои продукты поставляют везде. Так же, как и нам сюда. Сегодня, посмотрите, такая у нас сельскохозяйственная самая страна, да? Ну, цены какие? Космические цены. Это о чем говорит? Майя Санду сегодняшний день у нас, она является американским, скажем, руководителем, который, она не имеет никакого веса в этой стране. Но вы поддерживаете больше Россию, Европейский Союз. Видите ли вы поддержку здесь больше Европейского Союза или России, Гагаузии? Мне и здесь хорошо. Я работаю, не жалуюсь.